Тогда привет все. Как видите, я тут немного изменил свою комнату. Теперь вещи выглядят по-другому, но я все тот же старый я. Сегодня я вам расскажу про систему Сандова с легковесными гантелями. Много людей спрашивали, немного, но некоторые из моих зрителей спрашивали: пожалуйста, расскажи больше об этой системе, какие-нибудь детали, как использовать ее, какую-нибудь более подробную информацию. Я уже делал видео с описанием упражнений, но если уж спрашиваете, то попробую еще раз. Первое. Мой вес сейчас такой. Мой вес 70... точно 70 килограмм. Это мой настоящий вес. Почему ничего не меняется? Почему теперь показывает 72? Ладно, может 72, но я сегодня ел много. Так, сегодня я буду пользоваться этими гантелями, которые 6,5 килограмм. Так что это удобный вес для меня, потому что если тяжелее, то слишком тяжело, если легче, то слишком легко. Но вам не нужно начинать тренироваться с таким весом. Начинайте с 2-2,5 килограммами, потом медленно набирайте вес. Так, давайте начинать. Если хотите заниматься сандовскими упражнениями, нужно сделать разогрев. Это очень важно. Он не уставал повторять, я имею в виду сандова, как важно разогреваться. Так что давайте проделаем эту разминку, разогрев. Первое упражнение разогрева идет на кисти. Начинаем так. Сгибайте кисти внутрь и наружу. Внутрь и наружу. По очереди. Сперва одна кисть, потом другая. Одна, другая, одна, другая. Одна, другая. Так, давайте. Одна, другая, одна, другая, одна, другая, одна, другая. И так далее. До тех пор, пока ваши кисти не почувствуют усталость или боль. Следующее. Вращайте кисти с гантелями. Одна, другая, одна, другая, одна, другая, одна, другая, одна, другая. Сандов рекомендовал смотреть на свои кисти, как они работают, как мускулы двигаются и так далее. А, я забыл одну вещь. Вам надо принять позицию внимания. Вот так вот. Спина очень прямо, грудь вперед, плечи назад и согните колени слегка. Стопы смотрят в разные стороны. И это позиция, с которой вы должны начинать все упражнения. Так, после того, как вы сделали упражнения на кисти по очереди, вам надо сделать их одновременно. Кисти одновременно. Внутрь-наружу, внутрь-наружу, внутрь-наружу. До тех пор, пока они заболят. А потом вращайте, 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 пока не почувствуете некоторую боль или усталость. И все. Следующее. Сандов рекомендовал поднимать гантели каждым из ваших пальцев, чтобы тренировать пальцы. Так что можете начать в любом порядке. Я начинаю с мизинца. Поднимайте свои гантели мизинцем и пытайтесь держать их или двигать как-то. Это тяжело. Следующий. Безымянный палец. Поднимайте их и делайте что-нибудь. Всегда принимайте позицию внимания.
грудь вперед, плечи назад, слегка сгибайте колени и делайте что-нибудь. Средний палец следующий. Средний палец, позиция внимания, и делайте что-нибудь, тренируйте пальцы. Сандов не объяснил, как именно нужно тренировать пальцы, так что используйте ваше воображение и делайте что-нибудь. Я пытаюсь как бы приподнимать гантели пальцами. Следующее. Указательный палец. Немного трудно держать баланс, но получится. Так, тренируйте свой указательный палец и так далее, пока не устанет. Не знаю, как именно тренировать большие пальцы, но вы можете попробовать. Я делаю это вот так. И просто пытаюсь держать так долго, как могу. Важная вещь. Дышите, дышите, дышите без остановок. Дышите свободно. Ладно, когда проработаете свои кисти и пальцы, следующее разогревочное упражнение для шеи. Так что вам надо как бы повращать голову, подвигать голову на плечах медленно, влево, вправо, медленно. Не знаю, как долго это делать, я просто делаю 10 раз. И потом вперед-назад, медленно напрягайте шею. Можно делать без гантелей, можно делать, держа гантели в руках. Так что влево-вправо, вперед-назад. И потом перекаты полукругом с одной стороны в другую сторону. С одной стороны в другую сторону. Вот так вот. Делайте, пока не устанете, сколько хотите. У Сандова нет этого упражнения в его системе, но я использую его для тренировки шеи. Потому что вот как раз сейчас мы разогрели шею, и может быть мы можем сделать какое-нибудь хорошее упражнение для нее. Можете попросить кого-то держать ее, вашу голову, или можете держать ее вашими руками, или можете использовать упряжку такую вот. Кладите гантели в упряжку. Но это мое упражнение. Это я его добавил в систему, у Сандова его нет. И потом вот так вот просто после разогрева шеи я делаю это упражнение. Так же самое. Делайте так долго, как захотите, пока шея не заболит или пока не устанете. Следующее разогревочное упражнение. Как бы пожимы плечами. После разогрева шеи, может быть, делайте упражнение для шеи, которое я делаю в дополнение. Идут жимы плечами. Оно присутствует в разогревочных упражнениях системы Сандова. Держите гантели и пожимайте плечами вверх и вниз, вверх и вниз. Хорошо для шеи и плечей. Так, следующее разогревочное упражнение. Его немного трудно сделать, но я делаю его таким образом. Согласно Сандову и согласно мне, руки сюда на плечи и вверх. Потом и вниз и кругами, кругом снова вверх. Круговым движением. Один раз идете назад и потом вперед. А потом вперед и назад. Так что каждый раз меняйте. Вперед-назад, начинаете назад, потом начинаете вперед. Вот так, именно так. Делайте, пока не почувствуете, что вы устали или какую-нибудь боль в руках. Так что вот так.
Следующее разогревочное упражнение. Вращайте ваш корпус лево и направо, лево и направо, лево, влево и направо. Не знаю, как долго его надо делать. Просто пока не почувствуете, что уже хорошо. Потом сгибайте его влево-вправо. Вот так. Сгибайтесь из стороны в сторону. Сгибайте корпус из стороны в сторону. И эти упражнения, вправду, очень хороши. Я чувствую, что мое тело уже очень разогрето, тепло. Делайте так долго, как захотите. Следующее. Идет вот так. Сгибайтесь назад, а потом вперед и коснитесь пола гантелями. Потом опять поднимайте их вверх и сгибайтесь назад. Так что вот так. Типа дедлифта, только с прогибом спины назад. Пытайтесь держать спину ровно, но я не могу делать этого. Поэтому у меня она немного сгибается. Касайтесь пола, вверх, назад. Касайтесь пола, вверх. Так, это насчет дыхания. Каждый раз вы идете вниз, вниз, назад, спиной, вдыхайте. Потом каждый раз идете вперед, выдыхайте. И все другие упражнения. Например, если садитесь, вдыхайте, потом идете вверх, выдыхайте. В других случаях просто дышите свободно. Следующее разогревочное упражнение – это стопы, пальцы ног, подъемы на пальцах ног. Так, пальцы вверх, пятки вверх, пальцы ног вверх, пятки вверх, пальцы ног вверх, пятки, пальцы, пятки. Меняйте их по очереди, пока не почувствуете усталость. Следующее приседание, но приседание с интригой. Когда приседаете вниз, ваши пятки должны идти вверх. Приседаете вниз, пятки вверх. Встаете, пятки вниз. Вот так вот. Вот так. Присел, пятки вверх, встаете, пятки вниз. Так. И это было последнее разогревочное упражнение. Теперь давайте пойдем к главному блюду. Так, главная группа упражнений. Можно делать их просто пока ваши мышцы не станут болеть, или пока вы не будете уставшими. Не нужно следовать какому-то особому значению, номеру. Но есть таблица с рекомендованными сандовыми номерами повторений. Можете следовать им, если хотите. Каждый день добавляется число повторов. Но сандов в то же время обращал особое внимание, что вам не нужно следовать этим числам. Просто следуйте собственным чувствам, чувству в мышцах. Когда они начинают болеть, значит, все отлично, можно переходить к следующему упражнению. Если следуете таблицам, то имейте в виду, что они не подходят всем. Кому-то будет как раз хорошо, другому человеку с этим количеством повторов будет очень некомфортно. Так что не нужно следовать слепо этим числам, просто делайте до тех пор, пока вам не покажется, что достаточно. Если перейдете по ссылке в описании к этому видео, то вы перейдете к статье в моем блоге и увидите картинки, фотографии с таблицами, с номерами, с числами повторов. Можете их переписать и попробовать следовать им, или просто следовать им как
общему значению. Первое упражнение это сгиб руки на бицепс. Снова примите позицию внимания. Грудь вперед, плечи назад, согните колени слегка, руки спереди, ладони смотрят вперед. И сгибайте, просто сгибайте. Делайте сгиб руки на бицепс. Делайте, соответственно, таблице или, соответственно, вашим чувствам. Можете делать и делать и делать, пока не устанете или пока не достигнете рекомендованного числа. К примеру, в этом упражнении минимально рекомендованное число повторов это 50. Так что каждая рука должна сделать 50 раз, 50 сгибов. Это может быть много, в зависимости от веса гантелей, которые вы используете. Если вначале вы используете 2-2,5 килограмма, это достаточно легко. Но позже, когда достигнете 6, 7, 8 или 9 килограммов, это может быть очень трудно достигнуть это минимальное число повторов. И каждый день вы прибавляете. Если следовать таблице, вам надо прибавить каждый день к этому упражнению, например, 5. Плюс 5 повторов каждый день. И нужно делать эти упражнения ежедневно. Так что позже, когда вы достигнете большего веса гантелей, это просто будет очень тяжело. Так что, я не знаю. Например, последние дни в цикле требуют от вас делать 100, 110, 115 и до 120 раз. Так что, я не знаю. Это зависит от вас, следовать таблице или следовать вашим собственным чувствам. И когда вы делаете, нужно концентрировать внимание на действии мускулов, как мускулы работают. Не просто бездумно делать, но концентрироваться на хороших повторах. И хороший темп, хорошее время выполнения – это 1 секунда на повтор. Так что один повтор – 1 секунда в каждом упражнении. Так что так, 1-23, 1-23, 1-23, 1-23. Это хороший темп для его упражнений, согласно Сандову, Евгению Сандову. Следующее, второе упражнение. Почти такое же. Единственная разница это вы поворачиваете руки, и ваши ладони смотрят на ваши ноги, на ваши бедра, и делаете вот так. Это упражнение хорошее для ваших предплечий. Снова можно следовать вашим собственным чувствам усталости или боли в мышцах, или таблице, которая говорит сколько раз, 25 раз первый день, это 25 раз в целом, 15 дней в цикле. День 1 – минимальное число, день 15 – максимальное число в таблице. Это было упражнение 2. Сейчас упражнение 3. Бла-бла-бла-бла. Так, что там? Может быть, немного необычно. Из позиции внимания. Ваши руки поднимайте с гантелями вверх, вот так. В стороны вверх, и сгибайте вашу руку к плечу, в то же время поворачивайте голову к другой руке, разгибайте, сгибайте и поворачивайте голову, каждый раз вот так, когда сгибаете руку, поворачивайте голову, когда сгибаете другую руку, поворачивайте голову к противоположной руке. Так, давайте попробуем пару раз. Я не буду делать полное упражнение в этот раз, я просто показываю вам, как делать их с некоторыми объяснениями, но я не делаю весь набор упражнений, я просто показываю весь набор упражнений. Так, значит, сгибайте руку и поворачивайте голову,
Сгибайте, поворачивайте, сгибайте, поворачивайте, сгибайте, поворачивайте, сгибайте, поворачивайте, сгибайте, поворачивайте, сгибайте, поворачивайте. Дышите свободно. Дышите свободно, неважно, как вы дышите, но не нужно останавливаться дышать. И не делайте порывистых движений. Пытайтесь сделать все гладко. Следующее упражнение. Почти такое же, только делайте одновременно. Одновременно. Так, руки в стороны и сгибайте их вместе. Обычно тут я вдыхаю и потом выдыхаю. Вдыхаю, выдыхаю. Вот так. Так, следующее упражнение, это точно такое же, но в обратном порядке. Короче, так, а потом так. Не сгибайте сверху ваши руки, а сгибайте их снизу, к вашим подмышкам. Обычно тяжело его делать. Так что давайте попробуем. И нужно округлить вашу спину. Смотреть вниз, округлить спину. Так. Руки вверх и сгибайте в локтях. Разгибайте, сгибайте, разгибайте. Сгибайте, разгибайте. Вот так. Так, следующее упражнение номер 5. Предыдущее упражнение номер 4. Там два упражнения в одном, просто вариация того же самого, согласно Сандеу. Следующее 5. Как бабочки или что-то такое. Поднимайте гантели в позицию внимания, руки вперед, и потом открывайте и закрывайте. Открывайте, закрывайте, открывайте, закрывайте. Конечно, тут нужно вдыхать. И на закрытие рук выдыхать. Вдыхать, выдыхать. Фу. Вот так. Давайте попробуем. После того, как я поменял тут обстановку в комнате, я боюсь стукнуть что-нибудь гантелями. Раньше было намного больше места. Так, значит, вперед, открывайте вдох, закрывайте выдох. Открывайте вдох, закрывайте выдох. Фу. Согласно Евгению Сандоу, нужно это делать быстро. Так быстро, как только можете. Открыли, закрыли быстро. Открыли, закрыли быстро. Немедленно. Следующее упражнение, номер 6. Для плечей. Позиция внимания всегда. Почти всегда позиция внимания. Руки к плечам и идите вверх, вниз. Следующая рука поочередно идет вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Меняйте руки каждый раз. Одна за другой, вверх и вниз, вверх и вниз. Локти должны держаться близко к телу. Когда идете вниз, пытайтесь как бы толкать назад, но в то же время держать гантели у плеча. Значит, вверх, вниз, толчок назад, вверх, вниз, толчок назад локтем. Вот так. Локоть как бы идет к позвоночнику. Следующее. Номер 7. Упражнение 7. Берите гантели, встаньте в позицию внимания, потом округляйте спину слегка и помещаете ваши гантели на ноги. Спина слегка округлена, гантели на ногах. И вот так, вверх-вниз, 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 вверх-вниз одновременно. Поочередно, но одновременно. Одна идет вверх, другая рука идет вниз. Одна идет вниз, другая идет вверх. И нужно делать как бы быстро.
Давайте посмотрим, как. Значит, округляем спину, помещаем гантели на ваши бедра и вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Так быстро, как можете. Motherfucker. Значит, округляем спину и так быстро, как можете. Вверх-вниз, 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 как ножницы. И так далее. Пока не устанете или не будет боль. Или не достигнете минимальный номер повторений. Номер 8. Очень легко. Очень легко понять. Может, не так легко исполнять. Значит, сперва без гантели. Позиция внимания. Разведите руки. И потом вращайте кисти. Просто вращайте кисти с гантелями. Вот так. Значит, вот так. И вращайте, вращайте, вращайте. Сандов рекомендует делать это, пока ваши руки не упадут вниз. Так что вращайте, пока ваши руки не упадут вниз. Так вот, тогда должны перестать делать. И тут обычно, пока вы делаете это, пока не полностью не устанете, пока не можете держать, я делаю одну минуту перерыва. Можете установить таймер на одну минуту между этими упражнениями, этим и следующим. Так что ваши руки и плечи могут отдохнуть. Иначе, если попробуете взять гантели и делать следующее сразу после этого, наверное, ничего хорошего не получится. Так что следующее. Следующее почти такое же, номер 9. Единственная разница, как держать гантели. Знаете, раньше олдскульные гантели, там была ручка, и потом круглые эти вот окончания. Сандов говорил, должны держать этот кругляк, круглую часть, и потом пытаться вращать гантель. Вот это как будто гантели, держите ее и делаете вот так. Но у меня таких гантелей нет, с таким вот видом. Очень неудобно это делать, поэтому вот что я делаю. Я просто держу гантелю и изменяю движение кисти. Вместо просто going вперед-назад, я вот так типа, как будто рисую восьмерку в воздухе, типа как фехтование. Давайте взглянем на это. И первое, я начинаю рисовать восьмерку назад, в обратном направлении, вверх и потом назад. Я начинаю назад, внутрь. И я как будто рисую восьмерку в воздухе. Начинаю назад. Снова, пока ваши руки не упадут вниз. Тогда вы должны закончить. Следующее упражнение, 10. Точно такое же, как номер 9, только начинаете двигать ваши руки в противоположном направлении. Если я начал назад, теперь я начну двигать их вперед. Так что вот так. Вверх, и потом я начинаю вперед, вперед, вперед. Снова между предыдущим упражнением и этим надо, или вы можете установить таймер на одну минуту, так что вы можете, так что у вас будет достаточно времени отдохнуть. Это был номер 9. Теперь упражнение 10. Номер 8, 9 и 10. Очень похожи. Первое вперед-назад, второе я рисую восьмерки в воздухе, начиная назад, и потом рисую восьмерки в воздухе, начиная вперед. Следующее упражнение 11. Это очень интересно. Кто закрыл дверь? Мне нужен свежий воздух. Так. Согласно описанию Сандова, помещаете гантели на пол возле ваших ступней, параллельно ступням. Потом становитесь в позицию внимания и идете вниз, поднимаете гантели. И потом поворачивайте тело влево слегка.
шагаете вперед вашей правой ногой. Так что поворачивайте влево, левая сторона, правая нога. Левая сторона, правая нога. И делайте шаг. Потом одновременно поднимайте гантель к вашей талии и удар левой рукой. Левая сторона, левая рука, но правая нога. Так, поднимаете, становитесь, поворачиваетесь, шагаете правой ногой и удар, ударяете левой рукой. Удар на уровень вашего рта или лица. И он, это должен быть удар. Когда ударяете, отводите руку назад, немедленно. Не оставляйте ее там. Ударяете и отводите назад. Когда закончите с левой стороной, возвращаетесь и повторяете столько раз, сколько можете или хотите. Всегда держите гантель возле талии. Когда начинаете, держите ее возле талии, удар назад и держите тут. Когда закончили, положите гантели вниз, встаньте в позицию внимания и снова то же самое. Поднимайте гантели. А теперь поворачивайте слегка вправо, шагайте левой ногой, правая сторона, левая нога, правая сторона, левая нога, и бьете правой рукой, правая сторона, правая рука, левая нога. Поднимаете, становитесь, поворачиваете, шагаете, помещаете гантель на талию, удар и назад, удар и назад. И делайте столько раз, сколько хотите, или... Сколько говорится в таблице. Ну, давайте посмотрим, как делать. Внимание. Подъем. Поворот. Шаг. Удар. Назад. Снова. Повторяйте. 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 Когда шагаете вперед, ваша задняя пятка не должна подниматься. Всегда остается на земле. Когда закончили, положите эти гантели вниз. Внимание! Поднимайте снова. Поворот. Шаг. Удар. Поворот. Шаг. Удар. Возьмите назад. Поворот. Шаг. Удар. И возьмите назад. И повторяйте, пока не устанете. И тогда положите их вниз. Это было упражнение 11. Следующее. 12. Отжимания, отжимания, отжимания. Но эти отжимания немного необычные, потому что... Так. Вам надо упасть вниз из позиции. Упасть. Когда падаете вниз в позицию, держите локти близко к телу. Не делайте их вот так, не разводите руки широко. Так что... Как я понимаю, Сандов хотел, чтобы мы развивали наши трицепсы, так что держите локти близко к телу. И когда вы приходите в позицию, вам надо двигать вес тела вперед. Так, где я был? Что-то о отжиманиях. Значит, так, в позицию внимания, потом надо упасть вниз на пол, на ваши руки. Но если вы не можете, начинайте с пола. Значит, падаем, потом двигаем наш вес вперед. Смотрите на мои ступни. Я толкаю себя вперед. Видите? Мое тело, мой вес сдвинулся вперед. Это как Сандов хотел, чтобы мы делали. И держите локти близко к телу. Снова. С позиции внимания. Падаем на руки. Потом держим локти близко к телу, не делаем, не разводим руки широко и передвигаем вес вперед и начинаем отжиматься. Позвольте продемонстрировать. Значит, внимание, падаем. Теперь передвигаю мой вес вперед, если можете видеть, и потом делаю отжимания. Делаю медленно. Когда идете вниз, вдыхайте. Потом, когда идете вверх, выдыхайте. Так что вниз вдыхайте, вверх выдыхайте.
Держите локти близко к телу и делайте отжимания медленно. Чем медленнее, тем лучше. Все, отжимания. Номер, данный в таблице, очень маленький, количество повторов. Так что я думаю, медленнее, чем медленнее мы делаем, тем тяжелее это будет, и тем логичнее номер будет в таблице. Если будете делать быстро, то количество повторов как бы слишком малое. Поэтому, наверное, делайте или как много вы хотите, или пытайтесь сделать очень медленно. Следующее. Упражнение 13. В книге Сандова оно описано как те же самые отжимания, только вам надо использовать какую-то машину с резиновыми ремнями. Так что Сандов помещал эти ремни на его спину, и потом, когда он отжимался от пола, резина давала сопротивление. Ну, если у вас есть резиновый ремень, можете попробовать. Что я делал? Я клал гантели на свою спину и потом делал те же самые отжимания, только с весом гантелей. Некоторые люди в интернете говорят, как бы, чтобы не ломать голову, давайте просто разведем наши руки широко. Но это же дерьмо собачье. Если разведете руки широко, полностью другая группа мышц работает. И если держать руки близко к телу, тогда трицепс работает и немного грудь работает. Если развести их широко... А, еще у вас хорошее движение. Если развести их широко, что мы будем делать? Движения почти не существует. Что это такое? Какие группы мышц работают? Почти ноль. Так что я рекомендую? Или положите гантели на спину, или попросите кого-то сесть на вас, или раздобудьте этот резиновый ремешок и используйте его. Теперь я попрошу мою милую ассистентку помочь продемонстрировать это упражнение. Можно также использовать рюкзак. Можно положить гантели или какой-то вес в рюкзак и попробовать делать. Так, мой милый ассистент, помогай. Во имя науки и Ютуба я даю вам тебе это. Так, ты же знаешь, что делать, да? Вот как я обычно делал эти отжимания. Ассистентка кладет гантели на мою спину, на линию плечей. Так, вес вперед и отжимаюсь. Идем вниз, вдыхаем, идем вверх, выдыхаем. Фу. Окей. Вот так вот. Снова можно пытаться следовать номеру в таблице, который не такой высокий, или можно делать столько, сколько хотите, пока не заболят мышцы где-нибудь. Теперь это было упражнение 13. Следующее. Следующее. Угу. Ба-ба-ба. Следующее это 14, но тут такое есть недопонимание. Я пытался засунуть как можно больше упражнений в мою систему, сколько я мог найти, потому что в одной книге 17, в другой 18, но описание 18 упражнения отсутствовало. А еще есть буклет, в котором даны дополнительные упражнения. Поэтому я объединил их вместе. И если я говорю упражнение 14, может быть, в книге вы найдете, это все еще будет 13 или 15, может быть, разница в один номер. Тем не менее, вы можете смотреть, как делать их в видео, так что не должно быть проблемой.
Так, мое упражнение 14. Это так, ложимся вниз на пол, на спину. И можно использовать гантели, чтобы держаться за них, или использовать кровать, или что-нибудь. Так, вниз ложимся. Кладем гантели на пол. Или просто держимся за что-то. И поднимаем ноги поочередно. Одна нога, потом идет вниз, и другая нога. И идет вниз. И все время держим ноги в воздухе, не даем им упасть. Если держать в воздухе, будет лучше, тяжелее, лучше для живота. Можно следовать таблице или столько, сколько хотите, или пока не заболят мышцы пресса. Так, вот так, нога вверх. Вдыхаем, фу, выдыхаем. Вдыхаем, фу, выдыхаем. Вдыхаем, фу, выдыхаем. Фу. 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 И делаем, пока ваши мышцы пресса не будут уставшие. Так, пауза. Упражнение в моем сборнике сандовских упражнений под номером 15, но в его книге тоже под номером 15, но только у него одно упражнение для пресса, которое вот сейчас покажу. А в моем сборнике я вместе поместил 3 упражнения. Предыдущее, это и следующее. Так что это упражнение. А это все чистые упражнения Сандова. Я ничего не изобретал, я просто поместил их вместе. Потому что в одной из его книг они не вместе, а в буклете для его системы они там. Поэтому я просто их соединю. Так что упражнение 15. Вниз ложимся снова. И потом, что нужно делать? Нужно двигать тело вверх и вниз, держа руки прямо все время. Когда вы тут внизу вдыхаете, когда идете вверх, выдыхаете. Вдох, наклоняйтесь вперед, выдох. Возвращаемся назад, кладем руки вниз, но не касаемся пола, вдыхаем. И потом снова вверх, вперед, выдыхаем. Вот так. И продолжаем делать, пока не устанете. Следующее упражнение, 16. Та же позиция, лежа, с гантелями на полу, за головой, или держите за край кровати, или что-то, за что можно держаться. И потом, обе ноги вверх, вдох, ноги вверх, выдох. Ноги вниз, но не касаемся пола, держим в воздухе, вдох. Потом вверх, выдох. Вдох. Вверх, выдох. Ноги вниз, не касаемся пола, держим в воздухе. Вдох, потом вверх, выдох. И снова, пока ваш пресс не устанет. Это было упражнение 16 в моем сборнике. Следующее. Приседание. В книге Сандова это упражнение 16. В моей книге это 17. Приседание. Можете держать ступни вместе или раздельно, когда делаете приседание. Так что ступни вместе или раздельно. Неважно.
Хватайте гантели, становитесь в позицию внимания и делайте приседания. Когда идете вниз, вдох, вверх, выдох. Вот так. Или держите ступни раздельно и то же самое. И думаю, когда идете вниз, надо немного согнуть руки в локтях, чтобы не бить гантелями о пол каждый раз. Это раздражает. Следующее упражнение. Только что мы приседали. Это было упражнение 16 из Сандовской книги и 17 в моей книге, в моем сборнике. Потом он пишет, что после приседания можно сделать паузу и варьировать это упражнение, делая его на цыпочках, на носках. Все то же самое, те же приседания, только стойте на своих носочках. Так. Ага. Вот так, да? В позицию внимания. Потом вверх на ваши носки и приседаем, не давая пяткам коснуться флора. Держите их вверху. И встаем, приседаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот так вы можете видеть. Я стою на носках и делаю приседания. Это упражнение должно быть хорошо для икр, потому что когда стоите на носках, икры работают. В моем наборе упражнений, которые я собрал из сандовских книжек, я добавил еще одно дополнительное упражнение между этими приседаниями, нормальными приседаниями и приседаниями на носках, чтобы не тратить время просто так стоять отдыхать. Я делаю приседания, и потом я делаю это дополнительное упражнение перед тем, как начать приседания на носках. Мое дополнительное упражнение, оно не в книге Сандова, это просто я добавил его лично. Это опять жимы плечами. Мы делали жимы плечами в начале, как разогрев, но тогда мне нравится делать его еще раз, только меняю положение рук. Если следовать разогревочному упражнению, нужно держать руки по сторонам и делать жимы. Но второй раз я делаю так. Я кладу руки на бедра, в шею вперед и делаю те же самые жимы плечами. Это просто мое личное упражнение, вам не надо его делать. Так, возвращаемся к оригинальному упражнению. После того, как вы закончили приседание на носках, есть еще одно упражнение. В книге Сандова названо упражнение 17. В моем сборнике это 20. Становимся в позицию внимания. Грудь вперед, плечи назад. Тело очень ровное, но переместите вес немного вперед, чтобы пятки держали меньше веса тела, но ваши пальцы ног и как бы ступни, передняя часть ступней поддерживала большую часть веса. И сгибаем тело влево или вправо, и сгибаем руку. Так, без гантелей. Значит, если сгибаемся вправо, ваша левая рука сгибается к подмышке. Потом сгибаемся влево, и правая рука идет вот так. Значит, вдох, потом фу, выдох. Вдох, потом фу, выдох. Вдох, выдох. И так вот, из стороны в сторону раскачиваемся. Значит,
нужно пытаться коснуться подмышки. И это упражнение должно быть хорошим для бицепса и для вот этих вот косых мышц живота. Некоторые люди думают, что они не нужны, не нужно их развивать. Но если у вас эти мышцы сильны и крупные, тогда ваша общая сила тела как бы больше. Да, наверное, вы не будете выглядеть так хорошо с V-образным телом, но, по крайней мере, вы можете быть сильнее в этой части, если следовать этому упражнению. Так, это все. Легковесное упражнение в системе Евгения Сандова с гантелями. Так, что еще я могу сказать? Даже Сандов рекомендовал после окончания этих легковесных упражнений начать практиковать тяжеловесные упражнения с более тяжелыми гантелями или с штангами. И это то, что я сделал. Я закончил все циклы. Я начал с 2 килограмма или 2,5 килограмма гантелями. И каждые 15 дней я добавлял 0,5 кило веса. С 2,5 я перешел на 3, потом 15 дней, потом 3,5, потом 4 и так далее, и так далее, и так далее, пока я не достиг 9 килограмм веса в гантелях. И каждый цикл занимал 15 дней. Но, как я уже упомянул ранее, когда вес гантелей возрос, стало намного тяжелее следовать этой ежедневной рутине. Для меня это было невозможно. Поэтому я пропускал несколько дней. Я делал один день упражнения, потом 2 дня нет, потом один день делаю, потом один день нет, потом опять делаю. Было не очень систематично, было не ежедневно. Тем не менее, я закончил, и я начал брать более тяжелые веса, крупнее гантели, штангу. И делать упражнения, которые вы можете увидеть в любом тренировочном зале сегодня. Но это просто прогресс, как Сандов говорил, заканчивайте с этим, идете к большим весам. То, что я сделал. Единственная проблема, нельзя увидеть никакого улучшения в моем теле, потому что я напутался своей диетой. Сперва, когда я делал сандовские упражнения, я ел много, очень много. Мое тело выросло, я достиг 80 кило веса, у меня было 38 сантиметров бицепса и так далее. Но потом, когда был на 7 килограмм гантелей, я обнаружил, что у меня было слишком много жира на животе, я сказал, нет, хватит этого. Я попробовал сбросить вес, начал есть очень мало, но все еще продолжал делать упражнения Сандова. Я потерял много мышц и жира, и мой вес спустился снова к 70 килограммам. А теперь я все еще, и сейчас я все еще как бы ищу, сколько еды я должен есть. И даже я занимался с большими весами, я ничего не набрал, потому что я все еще ищу эту границу, где я начну набирать мышечную массу, сколько я буду есть. Просто не хочу есть слишком много снова. Я хочу быть аккуратным, осторожным. Каждые 2 недели я добавляю по чуть-чуть к моим порциям, поэтому все еще я не вырос в размере. Привет, ребята, снова. Так, еще одна вещь, которую я хочу сказать в дополнение. Можно начать упражнение Сандова с гантелями, с немного более тяжелыми гантелями. Не нужно начинать с 2-2,5 килограмма. Например, если можете хорошо работать с 3 килограммами, хорошо для вас. 4, отлично, 5, замечательно.
Можете начать с 5 килограммами. Но смотрите, если можете следовать минимальному числу в таблице. Так, берете вес, который вы думаете хорош для вас, легкий. Должно легко, потому что номера, числа большие. Потом пробуйте делать 50 сгибов руки на бицепс. Чувствуете отлично, что хорошо, хорошо, этот вес подходит вам. Если чувствуете слишком легко, добавьте чуть-чуть. Если делаете 30 раз, и уже ваша рука умирает, вы умираете, значит, это точно слишком много для вас. Возьмите легче вес. И потом вы должны сделать эти 50 раз более-менее легко, потому что в следующий раз вам нужно будет делать 55, в следующий раз нужно делать 60. Так что не берите слишком много. Если взять слишком мало, это лучше, чем взять слишком много веса в гантели. И потом смотрите эти таблицы. Снова я хочу сказать, что как, сколько дней, я сказал уже, что 15 дней, значит, день один, следуйте таблице, день один, делайте число, первое число, минимальное число повторов. Вот, например, каждое упражнение имеет минимальную, первое 50, второе 25, окей, и так далее. Это был день один. Потом день 2 вы добавляете почти в каждом упражнении. Некоторые упражнения вы добавляете только каждые 2 дня. Например, сегодня делаете, завтра то же самое число, потом на третий день добавляете. Все объяснено в таблице. Если вы проследуете ссылки к видео, можете почитать больше про это, увидеть картинки, таблицы, как делать, сколько раз добавить и так далее. Потом, так, это день 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. День 15. В каждый день, почти каждое упражнение вы добавляете немного, добавляете повторы, число повторов, и потом в день 15 достигаете максимального числа. Вот, например, первый сгиб на бицепс, максимальный номер 120 раз. Это сумасшедшее число. Когда начнете с 2,5 килограмм, 120 раз легко. Когда достигнете 5 килограмм, 120 раз будете чувствовать достижение в порядке. Но когда вы будете 7 килограмм использовать, 8, вы просто не хотите достигнуть 120 раз. Это тяжело, как адски тяжело, руки болят и все болит. В последних циклах, когда я достиг 8-9-7 кило, я решил последовать совету Сандова и не следовать таблице, просто делать, пока не устану. И мой номер, пока я не устал, был примерно 50 раз, что есть минимум в день один. Когда я достиг 8-9 килограмм, я просто делал 50 раз каждый раз, потому что я не мог делать 55, 56, 60, 70. Несколько раз я пытался достигнуть 70, 80, но это было адски. Поэтому я оставил эту идею и просто не следовал таблице, следовал моим чувствам в моих руках. И вы можете делать то же самое. Но если у вас большое тело, если вы большой человек, конечно, я думаю, вам будет легко. И вы не будете чувствовать это давление в ваших руках или что-то такого. Поэтому можете использовать 9 кило и 120 раз. Я знаю такие примеры. Более крупные люди не имеют проблем с этим весом. Так, значит, в день 15 достигаем максимальное число 120 раз, 53, 24, 14, 14. Так, последний день. Когда достигать последний день, делаем максимальное число в таблице или просто, как обычно, пока не почувствуете усталость. И потом, может быть, сделать один день перерыва, может, 2 дня перерыва, может, дать себе хороший отдых и 3 дня перерыва. Или не делайте перерыв. Значит, в следующий раз, когда делаете упражнение, снова начните с дня 1. Минимальное число. Только добавьте полкило веса к вашим гантелям.
Скажем, если вы делали это с 3 килограммами, достигли день 15, значит, в следующий раз день 1, минимальный номер повторов и 3,5 кило гантели. И снова начните прогрессировать со дня 1 до дня 15, с минимального числа повторов до максимального числа повторов каждый раз. Я называю это цикл. Значит, когда идете от дня 1 до дня 15, это цикл. И вы прогрессируете, используете тот же вес, но добавляете... Так, значит, как я говорил, в цикле от дня 1 до дня 15 вы прогрессируете с номером повторов, с числом повторов. Когда достигнете дня 15 в цикле, вы начнете следующий цикл, и прогресс будет это вес. Вы добавите полкило веса к гантелям. Это прогресс веса. И потом снова следуете прогресс с числом повторов. Не с весом, а с числом повторов от дня 1 до дня 15. Когда достигнете 9 кило, и потом идете день 1 до дня 15, с 9 килограммами не нужно следовать больше этим легковесным упражнениям. Заканчивайте. Уже все сделали. Когда достигнете день 15 с 9 килограммами гантелей, можно начать более тяжелые веса, намного более тяжелые. Штанги, огромные гантели, и упражнения должны стать другими. Не нужно использовать те же упражнения с более тяжелыми весами. Это просто бессмысленно. Нужно изменить, начать делать какой-то новый набор упражнений с другими весами, с другими упражнениями. Вы как бы выпустились из этой легковесной системы, и не нужно, вы не должны следовать этой системе, потому что это просто бессмысленно продолжать повышать вес, потому что ничего хорошего из этого не будет. Можно продолжать делать те же 9 кило, но не нужно повышать его. Что на самом деле нужно сделать, это изменить набор упражнений. Например, если можно следовать сандовским упражнениям с тяжелыми весами, или пойти в спортзал, или поискать в интернете. Окей, это все, ребята. Пока.